Изучал места боевых сражений и случайно заблудился. Такое оправдание услышали пограничники от 20-летнего россиянина, который 9 мая пытался незаконно пересечь государственную границу на одной из брестских застав. Однако в беседе с нашей съемочной группой уроженец Ленинградской области признался, что на самом деле привело его в Брест. Ну, скажем так, не получилось сделать визу. Решил как-то иными способами попасть в Европу. Ну, в общем, нужно было в Европу попасть. А куда вы хотели? Я не жить в Европу хотел, а просто одно место надо было посмотреть. Данный гражданин подготовился к незаконному пересечению основательно. При себе на момент задержания у нарушителя был рюкзак с личными вещами, ноутбук, два мобильных телефона и заграничный паспорт гражданина Российской Федерации. В отличие от авантюриста, державшего путь на родину Ван Гога, тюльпанов, сыра и улицы Красных Фонарей, второй задержанный, также россиянин, по всей видимости, действительно, увлекшись осмотром мест боевой славы, не заметил, как нарушил режим пункта пропуска. Один из них, 43-летний мужчина, гражданин Российской Федерации, объяснил нарушение режима пункта пропуска БУХ тем, что осматривал места былых сражений и не заметил, как попал в режимную зону пункта пропуска, тем самым нарушил ее режим. Если для последнего туриста вольная экскурсия закончилась административной ответственностью, то в случае с 20-летним Индианой Джонсом проводится проверка, которая, увы, грозит молодому человеку не только штрафом, но и депортацией сроком от 3 до 5 лет.